Привет, привет, мои прекрасные друзья. Вот в нашу честь, в честь 1 мая, даю вам салют. Правда, так здорово проводить досуг здесь. Мы как стоики знаем, чем заполнить досуг. Стоически выносим все праздники, которых больше, чем рабочих дней. Вот так надо 1 мая праздновать. Это вам не кухры-мухры с 1 мая, друзья мои. С 1 мая. Гертруд-май. Праздник великий. А чего она у меня не фокусируется? Никак. О! Ну что, пора с вами прощаться. Мы пошли наслаждаться жизнью, чего и вам желаем. Чао-чао, мои прекрасные друзья.